Привет всем любителям круизов и круизных кораблей. В этом видео вы увидите настоящее чудо кораблестроения, самый большой и удивительный в мире круизный корабль «Гармония морей» американской компании Royal Caribbean. 362 метра в длину, более 60 метров в ширину и место для более чем 6000 пассажиров и более 2000 членов экипажа. Построен и спущен на воду в мае 2016 года. В этом видео вы увидите все самые интересные, удивительные и красивые места на этом гиганте. Начнем наш обзор с королевской променады – Royal Promenade. Это такая двухэтажная широкая улица в центре корабля, более 100 метров длиной. Здесь проходят различные интересные мероприятия, парады, распродажа, конкурсы, фотошутинги, встречи с капитаном и многое другое. На променаде можно посидеть в кафе, в баре, в ресторанчике. Здесь же находится известный Bionic Bar, в котором коктейли готовят роботы. Этот бар является магнитом публики. И это действительно очень интересно понаблюдать за работой роботов. На Гармонии морей огромное количество баров, дискотек и ночных клубов на любой вкус. Посмотрим несколько из них, расположенных на променаде. Например, Болерос – бар, оформленный в латиноамериканском стиле. Или вот клуб караоке On Air, оформленный в современном стиле. Или Скуна Бар – классический бар, оформленный в стиле парусного судна. Стоит отметить, что практически во всех барах по вечерам звучит живая музыка. На променаде расположено также множество магазинов. Есть кафе-ресторан, открытый 24 часа в сутки. А в начале променады находится трехэтажный театр на 1400 мест, в котором по вечерам можно посетить грандиозные бродвейские шоу. Высота корабля более 72 метров, то есть сопоставима с 20-этажным домом. И мы поднимемся немного выше, чтобы посмотреть центральный парк. Central Park – это настоящий сад с примерно 12 тысячами живых растений и деревьев. Сад находится в центре корабля под открытым небом. Для многих пассажиров Central Park – это любимое место на корабле. Вечером здесь можно послушать живую музыку. Здесь есть бары, кафе и несколько особых ресторанов, питание в которых не входит в стоимость круиза. Парк-кафе открыто всегда и здесь все включено. Легкая пища, салаты, сэндвичи и напитки. А теперь мы на Boardwalk. Это такая развлекательная променада под открытым небом. Здесь вы найдете и карусель, закусочные, бары, ресторанчики, магазины, комнаты игровых автоматов и многое другое. В конце променада есть две огромных стены для занятия альпинизмом, а также огромный акватеатр, в котором по вечерам проходят духозахватывающие шоу.
гармонии морей несколько разных бассейнов и множество джакузи. Три разных водных горки. Кстати, строительство корабля длилось более 2,5 лет и обошлось заказчику почти в 1 миллиард евро. Построен корабль был во Франции. Это Ultimate Abyss – самая большая и крутая горка, построенная когда-либо на круизных лайнерах. Как и на большинстве кораблях компании Royal Caribbean, на Гармонии морей гости могут заниматься серфингом. Здесь есть 2 бассейна с искусственной волной. Это зиплайн, такая тарзанка более 100 метров длиной. Для маленьких детей на корабле свой аквапарк с горками и водными играми. Рядом с бассейнами, конечно же, бары, где можно заказать любой напиток. А так выглядят бассейны на борту этого гиганта. Это поле для игры в мини-гольф. А это солариум. Место отдыха только для взрослых. Зал игровых видеоавтоматов очень популярен среди детей и подростков. Огромное казино, как и на любом американском корабле. А теперь посмотрим Wonderland, ресторан необычной, сказочной, фантастической пищи с таким необычным интерьером. Современная фитнес-студия с новейшими тренажерами. The Living Room – это комната отдыха и развлечения только для подростков. Теперь мы на 4-й палубе Entertainment Place и бар The Attic. Ледяной каток Studio B. Днем здесь катаются на коньках пассажиры, а вечером проходят шоу на самом высшем уровне. Для любителей джаз-музыки свой отдельный джаз-клуб. Coastal Kitchen – особенный ресторан только для пассажиров Anchor and Crown Club, то есть для тех, кто уже много раз путешествовал на кораблях компании Royal Caribbean.
Это Main Dining Room, трехэтажный ресторан, питание в котором входит в стоимость круиза. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать. Заказывают здесь все по карте, и официанты полностью вас обслуживают. Винджама, буфет-ресторан, шведский стол, завтрак, обед и ужин. Все включено в стоимость круиза. Гармония морей – это настоящий гигант, и рассказать и показать все за 10 минут невозможно. На нашем канале есть более подробные видеообзоры этого корабля и многих других круизных лайнеров различных компаний. Смотрите, комментируйте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!